Даргинцы – один из крупнейших народов Дагестана, с многовековой культурой и традициями. Но, как и все народы республики, они имеют проблемы с сохранением своего языка. На филологическом факультете ДГУ прошел республиканский форум «Даргинский язык. Состояние, проблемы и перспективы изучения». В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели и представители интеллигенции даргинского народа. Проблема изучения родного языка в школах Дагестана актуальна уже не первый год. В связи с множеством негативных факторов, родные языки в скором времени могут уйти в небытие, а значит, возможны и потери всей национальной культуры. Подобные мероприятия направлены на изучение проблем и нахождение способов решения этой проблемы. Мероприятие очень важное, нужное, тем более мы его приурочили к новому празднику, который у нас есть в республике, 21 октября. С прошлого года, с 2016 года, у нас республика отмечается День дагестанской культуры и языков. Министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамали отметила, что у даргинцев развиты литература, театральное искусство, средства массовой информации и научная деятельность. Но все это окажется напрасным, если не найдутся те, кто будет интересоваться родным языком и болеть за него всей душой. Всегда должны быть люди, которые хотят смотреть этот спектакль на родном языке, которые хотят читать газету на родном языке, которые с утра при хорошем настроении повторяют стихи любимого поэта на родном языке. Вот если будут такие люди, именно носители языка, любящие, поддерживающие, передающие свой родной язык своим детям и внукам, тогда нашим языкам, большим и малым языкам нашей республики, ничего не угрожает. По проведенным исследованиям Дагестанского научного центра Российской академии наук, 92% школьников в городах республики не владеют литературным родным языком. В школах сокращены часы преподавания родного языка детям, а по телевидению передачи на национальных языках показывают только раз в неделю. По мнению доктора филологических наук Магомеда Магомедова, задача всех носителей дагестанских языков, в частности родителей, донести до подрастающего поколения важность изучения родного языка. Преподавание родных языков, количество часов уменьшилось за последние 10 лет. В два раза по сравнению с Татарстаном. Ну, вроде бы национальная республика, многоязычная республика. Вот почему возникают эти проблемы? Третья проблема – это отсутствие литературы на национальных языках. Практически сейчас, уже последние 5-6 лет, не издана ни одна книга на национальных языках. Я имею в виду школьные учебники. Хочу выразить огромную благодарность Муртазе Холатаевичу за то, что поддерживаете тех студентов, которые обучаются на русско-дагестанских отделениях. Закончилось мероприятие праздничным концертом. Песни на даргинском языке исполнили артисты дагестанской эстрады. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.